У меня вопрос по поводу мужчин, которые тебя преследуют. Потому что перед тем, как сюда приехать, я ознакомилась с несколькими материалами, где Владимир Соловьев требует у тебя доказательства, что, в свою очередь, он к тебе приставал. Потому что вроде бы как он не очень лестно о Кате отозвался, когда она свою кандидатуру сняла, Катя ему сказала, вообще это все потому, что я его отвергла как мужчина. Это было, значит, на мероприятии «Серебряного дождя». У меня был тогда супруг Александр Гордон, с которым они воевали, и Владимир Соловьев в очередной потасовке с Сашей словесной вопил, что он отобьет у него жену, и рассказывал мне о том, как я хороша. Мне это по детству льстило. Сейчас я думаю, что я, вероятно, некий архетип, как известно у Вовки, а я не знаю, как можно его называть, Володей, потому что он в журналистике Вовка. Вовка, иди сюда, Грудинина пора топить. И Вовка, значит, со всеми своими, значит, килограммами, хотя я с симпатией отношусь и к полным людям, но он полный. Вот. И он прибегает и начинает по указке, на мой взгляд, кого-то, значит, грязью обливать. Так вот, Вовка, видно, имеет некий стереотип сексуальный в голове. И у него, кстати, жена тоже с прибалтийскими корнями, у него очень много детей. Вот. Поэтому, ну, простим ему это. Володя, отпускаю тебе твой сексуальный грех, твой не случившийся харассмент, да.